турнире принимают участие мальчики 13-14 лет и девочки 11-12. «Веселый дельфин» – это три дистанции, по сумме трех дистанций, 800 метров вольный стиль, 200 комплекс и 100 метров основным способом будут ребята представлять на этих соревнованиях. В дальнейшем это будет в марте месяце на краевых, и финал этих соревнований уже будет в Санкт-Петербурге. Краевой этап соревнований пройдет в Кропоткине в феврале. Сочинцы выступают на нем ежегодно и становятся победителями и призерами турнира. По итогам соревнований сформируют краевую сборную. Она в апреле выступит на Всероссийском фестивале «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге. Победителей соревнований в Сочи определят по сумме баллов на трех дистанциях. Из Сочи на краевой этап отправятся три лучших девочки и столько же мальчиков.